Всем привет, ребята! Вы на канале Лайкосики Видосики. И сегодня мне мама купила вот таких куколок. Мини-куколок. Называется мини... My Mini Pixies. Вот. Это вот такие вот куколки. Вот такие две. Здесь есть другая куколка какая-то. И там инструкция. Вот. Можно увидеть здесь инструкцию. Продаются они в обычном в детском магазине. В обычном детском магазине. Ой, ну и... Тетрадка. Видели, как вот эта вот тетрадка? Вот эта вот. Упала. Ее же здесь не было. Она упала как-то. Ладно. Давайте же приступать. И здесь у них есть еще вот такой питомец. И под него есть... Вот такая зелененькая мисочка и вот такие бананы. У этих девочек идут в комплекте волосы. Вот, можете посмотреть, розовые и черные. И вот здесь это одежка, которой они могут меняться. А у этой девочки тоже есть одежка и все остальное. Давайте же начинать открывать. Или нет? Короче, начнем открывать. Так. О, здесь же открыто. Ого! Здесь какая-то... Ого! Посмотрите, вот что. Оторвалась обезьянка. Она здесь осталась. Так, давайте же посмотрим на этих куколок. На одну вот эту посмотрим. Вот такую вот. Ой. Улетела, а это штучка. Так, и саму девочку достанем. Ой, как она сложная, она как вырвается-то. Она вообще не идет. О, достала. Вот, надеваем на нее вот такие волосики. И на нее одеваем надежку. Одежду. Вот. Ой, посмотрите, какая она смешная. Вот так она выглядит без волос и без одежды в трусиках. А вот, выглядит вот так с волосами. Давайте ее скорее наденем. Только я не могу понять, что вот это вот за штучка такая. Пишите в комментариях, что это такое. И даже вы, если не хотите ставить лайки, все равно поставьте лайки. Ведь я для вас очень стараюсь. Так, поставим ее вот сюда. Так, следующую мы, наверное, достанем. Наверное, вот эту розовенькую девочку. А потом уже в обезьянку. Оп, девочка легко достается. И одежка ее тоже. Вот. Здесь на ее волосах есть наушники. Это же здорово. Она, наверное, любит все-таки музыку. Видите? Это динамик. Давайте ее наденем скорее. О, как она мимимишна. Ой, а волосы на нее надеваются трудно. Не знаю почему. О, во, какая красивая девочка. Вот. Ой, упала. Вот. Достаем теперь обезьянку. Так, здесь ее аксессуары прикреплены скотчем. Чтобы они не вывалились. Вот. О, какая маленькая-маленькая. Ой, бананы упали. Маленькая-маленькая мисочка. Ой, бананы достала еле как. Вот, посмотрите, это бананы такие малюсенькие. Посмотрите, какие малюсенькие бананы. Так, достаем саму обезьянку. Вот какая она мимимишная и маленькая. А еще мы достанем ее мисочку. О! Какая она красивая, посмотрите. И внутри нарисована лапка. Хи-хи. Вот.
Здесь лапка нарисована. И сейчас мы поместим туда бананы. Оп, они даже не влазят в нее. Посмотрите. Они в нее не влазят. Что же делать этой бедняжке? Ой, конечно, играть в Ван Тандер. Там можно строить машины, а потом играть онлайн с друзьями. В общем, вот сюда вот вложим и вот ставим обезьянку. А теперь посмотрим инструкцию под этих мимимишных, примимимишных куколок. Так, уже здесь порвано. Так. Ого-го, сколько их! Надо тогда их отмечать уже. Стоп. Так здесь же... Сейчас посмотрим, кто здесь. Так, они не звери, они любят музыку. Так, супергероини у нас нету. Ой, а я не могу найти, представляете? Здесь их невозможно просто найти. Ну-ка, давайте посмотрим на них поближе. Вот так они выглядят. Нет, их здесь нету. Просто нету. Так, надо смотреть по черным волосам. Так это не они, не они, не они, не они. Посмотрите, их нету. Так, ну-ка, с этой стороны. И с этой стороны тоже нету. Что-то я не поняла. Ладно, откроем же саму куколку. Оп. Ой, какая она хорошенькая. Вы только посмотрите на нее. Она с голубыми волосиками. Ой, давайте ее скорее найдем. Где же она спряталась? Так, ее здесь нету. Давайте посмотрим здесь ее. О, вот она. Ее зовут Gamer Girl. Кто знает, как она переводится, жмите лайки и пишите в комментариях, как это переводится. То есть Super Girl? Я не знаю. И больше у нее ничего нету в пакетике. Посмотрите. Вот под них была коробочка, фантик и вот это. А еще инструкция. Так. Gamer Girl. Я даже не знаю, что это обозначает. Girl – это девочка. Я знаю. Давайте же наберем в переводчике. Только где? Компьютер у меня не работает. Вот он стоит. Ладно. Потом что-нибудь придумаем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И я могу разыграть одну из этих девочек. Кто хочет такую девочку, или могу даже обезьянку разыграть. Кто хочет таких девочек, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.